Сегодня наша команда провела первую ледовую тренировку после возвращения из Омска. Кузнецкие медведи подготовку к чемпионату МХЛ, который для нашей команды стартует домашним матчем 8 сентября, продолжают на арене «Кузнецкий лед». По словам главного тренера новокузнечан Андрея Лунева, прошедший выездной предсезонный турнир получился очень информативным. В играх с соперниками из золотого дивизиона выявились те моменты, над которыми нужно будет работать в большей степени. Считаю, играли неплохо. Что-то получалось не очень. Но все ребята выкладывались, показывали неплохую игру. Будем стараться работать над собой, добавлять. Турнир в Омске стал примечателен тем, что наша команда 4 матча из 5 сыграла против команд, которые не будут являться конкурентами «Медведей» за место в таблице. Эти коллективы выступают в золотом дивизионе, тогда как новокузнечане – в серебряном. Своего непосредственного конкурента по чемпионату – «Снежных барсов» – наша команда разгромила 8-1. С соперниками из вышестоящего дивизиона, с которыми в сезоне тоже предстоит играть, «Медведи» выглядели достойно. Моментов новокузнечане создавали много, но подвела реализация. Моментов действительно много было реализовать, вот пока есть проблемы у команды с этим. В обороне, как вам показалось, играла команда? В обороне команда неплохо. Так, индивидуальные ошибки присутствовали, но общий рисунок команды уже есть. Команда старается играть в атакующий хоккей. Ну вот все. Побольше создавать моментов. Вот мы опять сказали, что моментов много создано, пока с реализацией проблема. По игре смотрелись равно, не уступали в темп. Темп вообще отличный был. Еще добавить нам в качестве. Вот время есть как раз. Выйдем, поработаем. Будем готовы уже к сезону. Нападающий Петр Пискунов, а также защитники команды Иван Фирич и Алексей Штельмах до турнира в Омске побывали на сборах в Саранске вместе с основным составом «Металлурга». Защитник Михаил Бутаков уже дебютировал в первой команде в контрольном матче. Игроков «Кузнецких медведей» и в дальнейшем планируют подключать к работе с «Металлургом». Не исключено, что кто-то из хоккеистов дебютирует в этом сезоне в ВХЛ. Пока же 11 и 12 августа молодежная команда Новокузнецка проведет контрольные матчи с красноярскими рысями. Начало игр в 15:00 и 13:00 соответственно.